Анонс и точно до выхода 14 серии турецкого сериала «Жизнь, как она есть». 14 серия сериала выйдет в эфир 20 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как эксперт сделал заключение, что состояние Джаляля намного лучше, чем он мог этого ожидать. Но из-за того, что он долгое время не передвигался, его мышцы ослабли. Необходимо проделать несколько упражнений, которые смогут поставить Джаляля на ноги. Через 2 месяца он сможет делать уже все самостоятельно. Мелек стала интересоваться у матери, где она нашла деньги на врача. Ведь она говорила о том, что не сможет оплатить этого лечения. Женщина не стала ничего скрывать от своей дочери и сказала, что Джаляль предложил продать браслеты. Мелек больше всего была возмущена тем, что мама продала колье, которое было единственным воспоминанием от отца. Когда Сюнгюль отправилась на выполнение операции, то попала в опасность. Но Сади, как всегда, оказался рядом и спас ее. Главный прокурор, встретившись с Сади, похвалил его. Сади сказал, что они только начали и обязательно доведут дело до победного конца. Внутри каждого человека находится добро и зло. Человека определяет только его выбор. А самый худший враг для человека – это его прошлое. Именно эти слова Сади сказал Арасу. Ему сообщили трагическое известие о том, что его мама умерла. Сади посоветовал Арасу найти то, что ранило его в прошлом, и встретиться с ним лицом к лицу. Напомним, 14 серия сериала выйдет в эфир 20 октября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.